Здравствуйте! У Bosch недавно появился аккумуляторный ударный гайковерт Bosch GDX18V200. Он отличается от других гайковертов тем, что подходит для любых условий работы. За счет держателя бит 2 в 1. Внутренний шестигранник 1/4, в который можно вставить биту. И квадратный хвостовик 1/2, на который можно вставить головку саму. Эта система запатентована производителем. Модель имеет 3 скорости, светодиодная подсветка, которую можно включать и отключать. Он имеет также 3400 оборотов и до 4000 ударов. Имеет оптимальное соотношение длины корпуса к крутящему моменту и подходит для работы в труднодоступных местах. Функция реверса упрощает выведение застрявшего материала из сверла. Этот инструмент оснащен бесщеточным двигателем, имеет регулировку частоты вращения для точной настройки под разные материалы. Также имеется подключение к смартфону с помощью Bluetooth для отслеживания состояния инструмента, включение плавного пуска и помощи в обслуживании. Весит он всего 1200 грамм. Данный гайковерт вы можете приобрести в Строймаркет 05, расположенном по адресу Казбекова 385, в отделе электроинструментов.